вам сказать, что мы немножко задержались, потому что ждали и все еще ждем Льва Абрамовича Долдина. И надеемся, что он нам тоже приедет и примет участие в открытии выставки. Во-первых. Во-вторых, хочу сказать о том, что, наверное, вот мое поколение Георгия Тараторкина помнит больше по Тюзу. Потом, наверное, еще одно поколение помнит его больше по фильмам, а потом уже по московской его части жизни и творческого пути. Но и такой беглый осмотр экспозиции, который я позволил себе до начала, собственно, торжественной части, позволил мне обнаружить, на мой взгляд, очень существенную недостачу. Вот то, что его голос звучал и в мультфильмах, на выставке не отражено. Но, да. Я помню. Надеюсь, что это не столь существенное упущение. Хотя, в общем, мультфильмы, в которых он участвовал, тоже довольно любимые и известные. Ну, вот что тут говорить. Эти серые волки, щелкунчик, это все наша классика и наше все. Вот. Ну, а то, что, в общем, мы любим и находим способ выразить свою любовь к тем людям, которые действительно очень много сделали и для Петербурга, и для России, и для каждого из нас, то, в общем, наверное, для этого музей театрального и музыкального искусства, собственно, и создавался. И поэтому приятно то, что вот мы имеем эту возможность после отмены хотя бы части ограничений, связанных с коронавирусом, вот так вот встретиться и насладиться, в общем-то, дорогим для нас именем, человеком, творческой личностью, безусловно, человеком очень тонким и таким созвучным петербургской культуре, петербургскому какому-то мироощущению. Ну, хотя, впрочем, в Москве он, по-моему, тоже был весьма созвучен, потому что его талант был таким, что, наверное, любил его не только весь Советский Союз. Вот. Дальше поздравляю вас с этим замечательным событием. Хочу отдельно сказать о том, что Наталья Ивановна Метелица сегодня не с нами, но по весьма уважительной причине. Ей вручена государственная награда. И это тоже большая такая радость для всех нас. Ну и надеемся, что, в общем, очень многие горожане смогут насладиться выставкой и встречей с любимым и очень близким для нас человеком. Спасибо всем, кто принимал подготовку участия, семье. Отдельный низкий поклон семье. Потому что, насколько я могу судить, там много лишних вещей. Значит, это, видимо, участие семьи. Так что спасибо вам тоже огромное. Спасибо.